О, да! Окей, поехали. Держусь основного квеста. Зачаровываю свиток и ухожу. У меня уже 12 побочных квестов, больше мне не нужно. Господи! Прости, мужик. Не заметил себя. А, авантюрист. Неожиданно вовремя. У меня для тебя есть дерзкая просьба неотложной важности. Мне нужно, чтобы ты убил 7 извивающихся червей, я тебя щедро вознагражу. Ты принимаешь это задание? А, нет, прости, чувак. Сейчас, ну, я не принимаю побочные квесты. А, да ладно, чего мне стоит еще один? Ты выглядишь как хороший чел. Хорошо, принять. Окей, а извивающиеся черви? Mm-hmm. Извивающиеся черви. Понятно. О, авантюрист, мне нужна твоя помощь. Нет, не сейчас, я не принимаю побочный квест. Прошу, авантюрист, помоги мне с этим заданием. Я только что взял его квест, я переполнил. Пожалуйста, авантюрист. Пожалуйста, авантюрист. Пожалуйста, авантюрист. Пожалуйста, авантюрист. Пожалуйста. Ладно, ладно, ладно. Принять. Да. Вечерочка, восхитительная ночь для рыбалки, не так ли? Да, конечно. Фу, спасибо. Авантюрист, ты не поможешь мне с квестом? Нет, нет, простите, нет, у меня достаточно. У меня уже их много. Нет, я просто хочу пройти по основному сюжету. Нет. Я хочу основной сюжет. Перевел Феликс, озвучено, как всегда, в странном местечке. Авантюрист, принимаешь ли ты задание подписаться на канал, а также поставить лайк, а также написать что-нибудь в комментариях, а также перейти к нам в телеграм-канал? Подписывайтесь.